Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Ибо нет иного Бога, кроме Тебя, дающего смысл жизни. Благодарю Тебя, Господи, за Слово Твое живое, за Святую Библию, через которую Ты открываешь путь, истину и жизнь. Через это мы познаем Тебя, Христа, истинного Бога. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Великие и дивные дела Твои, Господи. И в этот день Ты позволила Тебе благовестить, нести радостную весть, что Ты умер за грехи людей и ждешь с покаянием. Ибо всякий верующий во Христа имеет жизнь вечную, а неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Благослови нас, Господи, прочесть Святое Евангелие от Луки, 6 глава. В субботу первую, по втором дне Пасхи, случилось ему, Христу, проходить засеянными полями. И ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им: «Зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботу?» Иисус сказал им в ответ: «Разве вы не считали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в Дом Божий, взял хлебы и предложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним. И сказал им: Сын человеческий есть господина субботы». Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, наш Господь! Добрый день! Сразу сгинул, вот тебе на... И никто не пришел больше. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Господи, найди новые души, кому можно возвестить весь спасение. Кто там лежит? Подними их, Господи, стань спящий, воскресни из мертвых, осветить Тебя, Христос. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Хвала Тебе, наш Иисус. Благодарю Тебя, Господи, за Слово Твое живое, которое Ты позволил нести миру погибающему, не знающему Тебя. И в это место тьмы и разврата Ты позволил, Господи, сойти и возвестить о свете истинном, об Иисусе Христе, дарующему жизнь и радость. И кто будет веровать в Него, будет иметь жизнь вечную. А неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. И участь неверующего человека в озере, кипящем огнем и серою, это смерть вторая. И конца мучениям не будет конца. А верующий услышит: благословенное, войдите в радость Господина своего. Ибо алкал я, то есть хотел, если вы накормили меня. Как блаженны люди, творящие добро, и как несчастные эгоисты, которые думали только о своей утробе. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Благослови нас, Господи, возвестить имя Твое святое тем, которые не знают Тебя. Откроем истину Твою божественную. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Хвала Тебе, наш Иисус, Спаситель мира. Яви свое лицо людям, не знающим Тебя, находящимся во мраке греха, в этом ущелье тьмы и заблуждений, разврата и сквернословия. Бог все видит и знает, и положит предел этому безумию. И сгорит этот Содом и Гоморра, как и древний. Откроем истину Твою о Тебе, Господи, что Ты умер за грехи людей и ждешь людей с покаянием.
дабы начали жить по Слову Твоему вечному, по радостной вести Евангелия. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного на казнь, на страдания, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, наш Господь! Великие и дивные дела Твои, Господи! Аллилуйя! Спаси нас, Христе Боже наш! Яви дивные дела Твои и в этом месте мрака и заблуждения. Откроем истину Твою. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, наш Иисус! Благодарю Тебя, Господи, ибо Слово Божие говорит: «Встань, спящий, воскресни из мертвых, и освятит Тебя Христос». От Бога никто не скроется, напрасно прячетесь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! И дивный Господь чудные дела Свои являет, чтобы люди познали свет Христовой любви. Ибо Сын Божий Христос умер за грехи всех людей, чтобы люди, покаявшись, приняв святое крещение, имели жизнь вечную. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Аллилуйя! Благодарю Тебя, мой Господь, за дивные милости Твои. Хвала Тебе, аллилуйя. Господи, найди новые души, не знающие Тебя, дабы им можно было возвестить слово радости и спасения, что Ты умер за грехи всех людей. Господи, Ты позволил нам сойти в это ущелье мрака, тьмы, заблуждений, прелюбодеяния и наркомании, чтобы рассказать о Тебе, о любви Твоей. Пошли, Господи, добрых служителей, миссионеров, к христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. Возвести им путь спасения. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Ибо нет иного Бога, кроме Тебя, единого во Святой Троице. Аллилуйя! Единый вечный Господь призывает людей к покаянию. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Напрасно человек скрывается, перед Богом все открыто, прежде нашего рождения и до последнего вздоха. Господь посылает вестников Своих возвестить о дивной милости Божией, что Бог возлюбил мир и отдал Сына Своего Единородного Иисуса Христа, чтобы люди, веруя в Него, имели жизнь вечную, жили по святым заповедям, не для блуда, как здесь собрались, не для дыма, не для наркотиков, не сквернословия, а чистое, святое учение Христово Евангелие проникло в сердца людей. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Благодарю Тебя, мой Господь, за эту возможность благовестить о радостной вести. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него имел жизнь вечную. Господи, пошли добрых вестников, миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам, к буддистам, чтобы все узнали о любви Твоей, как Ты любишь Твое творение. Ты за грехи людей отдал Сына Своего на распятие, Иисуса Христа. Слава Тебе! Имя Тебе – любовь. Мы все дети Твои. Помилуй и пощади нас, Господи. И не по делам нашим поступай, а по милосердию Твоему. И впредь не допусти, чтобы мы совершили грехи. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Ибо Слово Божие говорит: «Встань, спящий, воскресни из мертвых, и освятит Тебя Христос». А сластолюбивые люди, они заживо умерли. Господь говорит: «Оставьте мертвецам хоронить их мертвецов, а Ты следуй за Мной и благовествуй». Аллилуйя!
радостная весть сия, Господи, да коснется многих сердец. Ибо это бессмысленная жизнь, она и самому человеку не нужна. Открой каждому истину Твою божественную через Святую Библию, через вечное Евангелие, которое ангел нес посредине неба. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Боже, будь милостив ко мне грешному, создавший меня Господь, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Аллилуйя! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Богородица Дева, радуйся, обрадована Мария, Господь с тобою. Благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего. Яко родила еси Христа, Спаса, Избавителя душам нашим. Аллилуйя! Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Ибо Господь Христос будет судьей всей земли, когда все мертвые воскреснут и предстанут на страшный суд Божий. Аллилуйя. Поближе подойди, брат. Евангелие от Луки, 6 глава, с 1 стиха. В субботу, первую во втором дне Пасхи, случилось ему проходить засеянными полями, и ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им: «Зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы?» Иисус сказал им в ответ: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал самый бывший с ним? Как он вошел в дом Божий, взял хлебы и предложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним, и сказал им: Сын человеческий есть Господин и субботы». Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него. Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку: «Встань и выступи на середину». И он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус: «Спрошу я вас, что должно делать в субботу, добро или зло, спасти душу или погубить?» Они молчали. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку: «Протяни руку твою». Он так и сделал. И стала рука его здорова, как другая. Они же пришли в бешенство и говорили между собою: «Что бы им сделать с Иисусом?» Все надо. Слава Христу, слава! Аллилуйя! Так, я сейчас отходить буду. Так, кто тут у нас есть? Вы хотите что-то спросить? Можете сказать. Вы откуда, пан? Вы... Город Барнаул, Алтайский край. Отшельники? Нет, мы живем, ну, работаем, и все нормально, как люди все. Ну, я тоже работаю. Ну, слава Христу. И тоже, ну... Я понял, вы не хотите. Хорошо. Что-то замыкает от вас там, нехорошая связь. Нехорошая, отец, конечно, нехорошая, но как будет? Дьявол вас тянет туда, разве он даст связи хорошей? Да. Ну, мы можем сказать, у нас есть видеоканал, называется «Во свете Библии».
У нас там 14 400 роликов. На все. Мы деревню православную строим с нуля. Молодцы. Если вы пожелаете по скайпу... Хорошо, отец. Не... По скайпу, если пожелаете поговорить, мое имя, фамилия запомните, запишите. Лапкин Игнатий. Я сейчас запишу. Вот, Лапкин Игнатий, и вы меня найдете по скайпу. А если добавите вот во свете Библии, называется наш YouTube канал, во свете Библии добавите слово сайт, зайдете на сайт. Там вы можете взять мои книги. У меня 38 книг вышло из печати. Еще раз скажите, как в скайпе? Во свете Библии называется. Во свете Библии. Это... Он про скайп, да? Про скайп. Про скайп. А вас в скайп только зарядите, Игнатий Лапкин. И вы меня сразу найдете. Я один под этой фамилией. Навесьте, чтобы еще имя... раз как? Лапкин, лапка, маленькая лапа, уменьшитель, лапка, лапа. Лапкин. Ну, я по буквам буду говорить. Первое, значит, Лаврентий, Александр. Все, услышал, 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 записал. Игнатий, Игнатий. Вы там найдете столько, где больше не найдете. Вот на сайте там 50 книг моим голосом насчитаны. И Библия, и Житие святых, и Архипелаг ГУЛАГ. И там государственные фильмы, она снятые, занявшие первое место. Нет, я уже не до книг, не до сегодня ухожу. Ухожу, но, Господу ухожу. Ну всего хорошего, с Богом вам. Поэтому уже мне книги... Книги уже не помогут, не поможет, честно. Нет, вы на Бога надейтесь, не отчаивайтесь. Господь любит человека. Что бы вы ни сделали, знаете, путь до Бога открытый, только открой сердце. Что значит ухожу? Вот поэтому сегодня не ухожу в Бог. Вот Господь нам встречу эту устроил. Страшно, конечно. От ничего не слышу, перерывается и все время. Страшно, вот переступить черту. Не надо ничего переступать. К Богу надо идти. Эту черту оставить. Скажи, Господи, Ты меня призвал. Я служу Тебе. Помоги мне, Господи. Верующим Сына Божия имеет жизнь вечную. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. В этой жизни вечно жить, в подлой жизни. Правильно, подлое. Но Господь вас нашел сегодня уже. Мы тут все живем. Мы же живем. Вот успокойтесь сейчас. Я вам свидетельствую Евангелие. И вы можете завтра, когда зайти на меня по скайпу, вы встретите великую любовь Божию. Вы просто поверьте. Отец, вас... сегодня уходит. Собирался вчера уходить. Не смог переступить. Не надо... Ну, сегодня ухожу. Это сатана человека мучает. Он хочет в ад затащить. Самоубийцы в аду будут гореть. Спаси и помилуй, Господи. Выкини с головы эту... Я... Представляешь, как это страшно. Я знаю. Это занозу... Он так не ушел. Черную занозу... Ну, я не хочу, я же... Перестань даже думать, как вас звать-то, я помолюсь за вас. Как... Такого имени нету в православии. Ну что, что нету? Руслан меня зовут. У нас друзья есть, мусульмане. Нурсултан есть, Мухаммад есть, Абдурахман. Женщина, жена муллы Самира. Один в одиночестве живу же. Человек с Богом, он не одинокий. Он с Богом. Вот я перед вами, я свидетельствую... Два ангела-хранителя есть. Коты, обычные коты. Ну, это не ангелы. Коты – это хорошо.
Ну-ка, дай мне сюда. Вчера хотел. Вот он. А вот, посмотрите сюда, уйди, гляньте. Хотел. Посмотрите, какой у меня. Ему 8 месяцев только еще. Он котенок, а гляньте, какой большой. Володя, возьми его. А ну-ка, принеси там мать его, покажу. Так что успокойтесь, благословите Бога, что случилась у нас встреча. Христос умер за грехи всех людей. А сатана желает жизнь похитить. О, а это бабушка его. Посмотрите. Еще гляньте, пожалуйста. Посмотрите, порадуйтесь, какая бабушка у него. Вижу, вижу, отец, как вижу. Это действительно ангел, ты говоришь, не ангел. Вот. Сейчас я вот своего покажу, вот посмотри. У него телефон-то торможение идет. О, а куда у него уши-то делись? Уши-то какие, как эти? Ну, такие, такая порода. Это порода такая? Да. А, вот второй сейчас покажу. Интересно. Два моих сына. Я... Я, наверное, вас отвлекаю уже там. Ничего, ничего. Это важное дело. Ну, ладно. Я все равно... Видите, уйду. Плохая связь. Может, у вас будет... Может быть, у вас будет лучшая связь. Вот ко мне можно заходить с 4 дня по Москве. Ничего нельзя понять. Я могу сейчас зайти в скайп. В скайп зайти могу. Это будет лучше. Попробуйте, зарядите. Игнатий Лапкин. Давайте, тогда здесь мы заканчиваем. Все, а то ничего нет разговора. Отходите, выключайте меня. С Богом. Господи, помоги ему. Не дай погибнуть.